Я тебя сейчас съем. Будешь тут болтать. Не, не, не. Сидишь не, тут. Не, не. А, я вижу тебя. А, ты маленькое сердечко. Да. Но меня никто, кроме тебя, не сможет. Не трогай меня, съесть. Ты! Не трогай меня! Съешь ну, меня! Ну, привет! И сегодня мы с ребятами будем есть Roblox. Вернее, даже всю карту Роблокса. Как вам такое? А? Жестко. Роблокс, нравится. Роблокс побольше, чем просто карта Роблокса. Давай Роблокс едим. Ну да, наоборот. Получается, карту Роблокса... Ну что вот это вот началось? Ну все. Ну все. А что кушать? Подождите, я ничего не могу съесть. Я ем всю карту. Вот так вот. А потом я доберусь до Роблокса и съем Роблокс. Вот так вот. Ага. Блин, это угроза. Это угроза. О, господи. Будьте осторожнее со своими словами, мне кажется. Это Роблоксу надо быть осторожнее. Со своими действиями, обновлениями бесполезными. Да. В смысле? Так это тоже будет съеден. Внезапно стали осуждать Роблокс. Агрессия какая-то пошла. Надо поспокойнее. На начало видео надо хотя бы в начале видео какой-то позитив в сторону Роблокса нести. Да? Ну, аж... Ну какой? Или нет? Не знаю. Где его найти? Да ладно, молодцы. Ну что вы, ну иногда они молодцы, они сделали хорошую студию, и хорошие разработчики ей пользуются. А очень, так сказать, хорошие разработчики еще и делают игры в нашей школе с помощью этой студии. Ссылка первая. Как хорошо заехало. Просто что случилось уже? Ой, я думала, он меня съест. Да, ну и тут уже ты можно. Ты так закричала, съесть. Я чуть не да умер. Да я испугалась, если честно. Я думала, что все, минус в следующий я. Следующий раз умру. Я тебя предупредил. Зачем? Не надо. Ну не вот. Стоит. Это а всё... ты не кричи. Хорошо. Я тюрьму ем, Ульян. Я ем тюрьму. А как я тут дома такое? Уже что? Ем. Какие дома? Я только машинки кушаю. А я машину будто бы съела, мне кажется, через, ну, 10 секунд, как видео началось. Они еще такие красивые. Мне так нравится. Ульян, ты слышала? Мне так нравится, как ее режет Дискорд, она так... И пропала, чисто ее кто-то захавал, как будто... Ну, почти захавал, я убежала. На высокие ноты, это, конечно, все, это минус. Да я просто крикнула от страха, никаких высоких нот, я просто кричала, типа, а-а-а! Хорошо, я ладно, кричать. Я понял. Ой-ой-ой, меня пытаются съесть. Большая яма, больше, чем я. О, нет. Так? Да. Примерно. Хорошо. Так мы точно будем слышать. Ну, плюс это будет очень необычно звучать. Да. Я думаю, нам, и не только нам понравится. Да, это как будто бы злодей какой-то. Британец. Такой. Я бы сказал... Я бы... Нет, слушай, не злодей, как будто бы, знаешь, как будто бы... Санта. Блин. О, неплохо. Вот это вот. Неплохо. Ну что, ребятишки? Ладно. Что это я тут начала? Так Санта меня же Дискорд... Ну нет. Санта на английском разговаривает, Ульян. Ну что, мне на английском, что ли, говорить? Может, на итальянском. Попробуй сказать хо-хо-хо на итальянском. Ну-ка, давай. А ты делаешь пальцами вот это, да. Пальцами? Все, тогда отлично, все, тогда все как надо. Чувствую именно... вот по-итальянски. Да, я поэтому так и сказала, что... Ну, я подумала, что ну, я все услышат этот жест, но... Ну, жест, разумеется, все услышали. Да? Ну ладно, все хорошо. А что, кто-то не услышал? Ладно, ты услышал? Иначе мы к вам придем. Я пыталась сбежать, я сбежала, к счастью. Все ясно. Подождите, а как понять, сколько у нас... О, я третья! Неплохо. А вы знали, что наелась. Вы можете немножко прыгать? Прыгать? Что? Например? Нет, не жмется, что-то рассказываешь. Ну что, немножко, ты посмотри, я видела, что тут прыгает человек. Нет, shift человек. Это ускорение, о чем? Ну у тебя прыгает камера. А у вас тоже справа тут такой shift? Ой! Она меня сейчас съест? Нет? Не съела. У вас справа тоже shift, ну, как бы, такая кнопочка? Да. Да. А, все, ладно, я думала, это только у меня! А, я опа, большая, я могу кого-то усесть. Съела, на меня человек сам на попался, в общем. Наехал. А я на самом деле... Но если честно, я не собиралась есть, ну, тех, кого я съела, но так как-то случайно произошло. Ну, пару человек я уже слопала, конечно, но я не виновата, они сами. Звучит ужасно. Ну, так получилось. Вообще, я первый раз подумала, что меня съедят. Я уже была готова. Я поэтому и закричала. А внезапно получилось так, что я съела. Вот. Ага. Вот это у меня да. Уже вон почти 3000. Безумная история. Да, да. Вообще. То есть 11. А какие дома ты ешь вообще? Я что-то не вижу. Так
Где так? Вот же. Я ем дома. Конечно, ты ешь дома, у тебя 11-12 тысяч уже. А как так? Как ты что, блин, опять играла без нас? Ой, я на Ёши посмотрела, у меня 12 тысяч, я думала, у меня 3. Нет. Ничего себе, а как ты наделась? Слышь ты, а ты по крутяшку крутила ежедневно? А у тебя второе место, слышь, у тебя второе место, ты чё? Ну, так вот произошло. А это просто дома много дают, нужно накачаться и дома поесть. Да не хватает на дома еще. Ну я маленькие дома съел, это правда. А, так ты съешь кого-нибудь. Я просто съела два круга. Две ямы. Два круга. Ты попробуй их съесть, они убегают. Когда начал учить язык и типа пытаешься объяснить через какие-то аналогии. Я съела два этих круга с дыркой. Очень вкусно было. Да, сверху посыпка такая. И глазурь. Ты, откуда? То есть ты знаешь слово глазурь на другом языке, но не знаешь слово бублик? Я правильно тебя понял? Я думала пончик. Пончик тоже может быть, с ума сойти. Я думал бублик. Так бублик это просто без глазури. Ну да. Ну да. Хотя, может быть, смотря как хотя нет. Если бублик, это пончик. Пончик уже сразу становится автоматически. То есть получается, бублик от пончика отличается глазурью исключительно. Ну, хотя, слушайте, а если взять бублик и на него сверху сделать глазурь, собственно, ручная? Ручная? Ручная, типа она очень хорошо, ну, даёт гладиться? Ну, растопить шоколад, хорошо. Я тебя сейчас съем, будешь тут болтать. Не-не-не. Сидишь тут. Хорошо. Ютубер. Да. Вот, и что, если покрыть бублик, ну, глазурью, это будет, получается, пончик? Нет же. Это получается бублик с глазурью. С глазурью, да. Так и получается. Ну и к чему мы пришли? Ничего. А такие мы бывают. Мы просто поговорили вообще минуту. Ну, кстати, я хочу теперь посмотреть. А может быть, все, мы сами когда-нибудь сделаем бублики с глазурью? Надо открыть бубличную. Вау! Круто! Слушайте, ну да, кстати, есть же пончиковая. Или нет? Пончиковых. Ну, там, где покупают, я продают знаю, только пончики. Ну да, они есть. Ну, мне кажется, что должны быть, потому что... Ну да. Пончиковая. Ну что, пончиковая? Ну, звучит же пончиковая. Пончиковая. Давайте повторим это слово несколько раз. Пончиковая, 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 пончиковая. Ну блин, ну все, потерял смысл, зачем ты делаешь так? По-моему, все, да. Ну все, извини. Я обожала так, кстати, делать, но когда ты так делаешь, ты потом, ну, я, по крайней мере, мне очень страшно становилось. Я, когда теряла смысл слова... Очень страшное слово, нет. Ну, нет, я не понимала же, что это значит, и так как-то страшно становится сразу, и потом перестаешь так делать какое-то время. Потом снова сходишь с ума и такая: пончиковая, 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 пончиковая. Нет, потом у тебя такое подождите, настроение. А мы самые крутые на сервере. Ты опять теряешь смысл слова. Ну да. А что произошло? Я самая крутая, получается. Ульян, а раз ты самая крутая, почему ты ешь эти маленькие дома? Иди ешь большие дома. А я. Ого! Ой, извините, я закричала что-то. Нормально, нормально. Я увидела внезапно, что там... Да, ладно. А, это за VIP, нет? А, это подарки. Нет, вон там есть дома, которые побольше. Я думаю, ты их можешь кушать. Ничего себе, громадины какие. Это что такое? Это что такое, я не поняла. Это еще не съедено мною. А, ну так у меня не получится, они слишком большие. Ничего себе. Сколько надо? 75 тысяч? Так там было меньше. Не, это да, я просто, ну, много хочу. Ничего себе, они реально большие. Вот тут какая-то стройка, многоквартирный домик. Я его слопаю? Смогу слопать? О, 13 тысяч всего, отлично. Так может быть, а там сколько было, я что-то не помню. Ну ладно. Вау, я огромную. Тут по 6 максимум, по-моему, Ульян. А, да, ого, ну все, смотрите. О, ты весь квартал слопала. Ага. Ха, круто. Скоро до тех высоток дойду. Подождите, а, наверное, должен быть какой-то подвох. Если эти дома дают так много, то, наверное, и спавниться они будут дольше, правильно? Ну, с другой стороны... Что, теперь просто как машинки тут подбирать? Как стандартное время у всех. Да? Время спавна. Всех предметов, да. Ну, ладно. Но вообще было бы, наверное, логичнее, нет? Чтобы не давать преимущество большим ямам. Большим ямам. Да. Ну все, они уже чей-то огород захавал.
А там есть огород? Да. А как он выглядит? В одном месте имеется. Как огород? Ну, как огород. Ладно. Ну, типа. Ну, помидорчики, там огурчики, все дела. Ну, там поле какое-то непонятное. Так, может быть, это футбольное просто? Да. Гламбурчики. Слушай, Ульян, а ты крутила тут спин? А, хотела сказать, маяк хочу пойти съесть. Во-первых, там море, во-вторых, это наш спавн. А нет, это надо на спавне же, да, крутить? А, да нет, вроде сейчас можно колесико открыть. А я хотела, чтобы ты меня съела, чтобы посмотреть зачем скины. Зачем это? Не... Хочется. Вот это вот, мне затем, надо скины вот это посмотреть. Вот не хочу я. Ну я не хочу. Ну а как мне еще убиться, Ульян? Я же просто вот выйду тогда с сервера. У меня дежавю. Дежавю у меня, не хочу я. Но меня нет. Никто, кроме тебя, не сможет съесть. Не трогай меня, съесть. Ты! Не трогай меня! Съешь ну, меня! Ну, а почему ты такая быстрая? Ну меня, потому что я меньше. Смотрите, самоскарбливание происходит. О, первый респавн бесплатно. Слушай, а я респавнулась, давай я тебе еще раз себя оскорблю. Не надо. Нет, не надо. Ну зачем? Накопи. У тебя вон 30 тысяч. Так а зачем? Ой, давайте, наверное, покрутимся пока. Ну, чтобы, не знаю, чтобы было. Вот тут в меня кто-то влетел, и я его слопала. Это зачем вот это? Не знаю. А вот, я тоже задаюсь этим вопросом. Зачем вот ты влетела внезапно и скормилась мне? Ну, вот. Мне надо да было. Такое, а ты можешь, кстати... Там у человека сердечком ездит. Я, блин, хочу теперь так же. Сердечком? В смысле скин. У него скин сердечко, да. Блин, ну теперь я тоже хочу. Подождите, а это нужно умереть, получается? Ну, я думаю, хотя... Подожди, ну вот какой-то магазинчик. Ну тут магазинчик. Просто... А скины, подожди, что. Нет. Нет. Магазинчик? Да. Ну, блин. Квесты какие-то. Ага. О, прикольно. Я даже два выполнила. Неплохо. Ха. Слушайте, смотрите, ну я уже съедаю даже большие. Вот. Большие домики. Ну как домики? Дома. Слушайте, ну я медленная, конечно, это ужас. Это, конечно, нет, мне не нравится. Ну ты же здоровая, у тебя 178 тысяч. Ну да, наверное, я слишком много хочу. Ты можешь вообще все, что угодно съесть теперь, кажется. Ну, получается так, да. Ну, вообще, да. А маяк можешь? А маяк нет, до него вообще доплыть надо, и это спам, поэтому я не думаю, что мне разрешат это сделать. Но было бы, конечно, прикольно. Так, вот меня интересует вопрос. Зачем эта маленькая ямка ходит вот тут вот рядом со мной? Провоцирует тебя, да? Но она же тут вообще ничего не ест. Она же еще маленькая. Итак, вы можете наблюдать, как большая ямка сейчас съест маленькую. Так, где там? Нет, не можете наблюдать. Там Ёши, блин. Эх. А Ёши же меньше, ты можешь его съесть. Зачем мне его есть? Я наоборот хочу, чтобы ты меня слопала. Да не надо, зачем? А почему ты такая быстрая? Я меньше, почти в два раза. Так у тебя 100 тысяч, мне кажется, ты у тебя 190. Быстрее, чем я, когда я была 100 тысяч. Не думаю. Может быть, мне кажется, действительно, ладно. Слушайте, а в чем смысл у меня тогда? Ну, мне, зачем? Ну, не знаю. Съесть как можно больше врагов, получить алмазики. Ну, у меня уже 9 есть. И радоваться. Но это мне еще дали 6 за то, что я квесты выполнила. А, подождите, тут дают алмазики за то, что ты ешь других игроков? Что? Нет. Нет? Мне не дали. Откуда у меня 9? Ну ладно. Ульян, ты как-то не те дома ешь. За них можно вообще... Да? А ты там просто. Поэтому я решила уйти оттуда. Да, о, пойду скормлюсь Ульяне, кстати. О, да вы прекращайте, это что такое? Ульяне. Так, я сейчас все, я ресетаюсь и пойду покупать скин. Нет, Ульян! Нет, так нельзя. Ресетнуться. Нет, так, Ульян, можно я скин куплю? Да. Пожалуйста, мне очень надо. А я тоже... Ты уже съелась? Да. Что? Как ты это сделала? Так случилось. Я не заметила даже. Все, пока. Я тоже хочу скин. Понимаете, если вы сейчас съедитесь, вот Ёши, если ты сейчас съешься мне, то я тогда не куплю себе скин. Пусть ты хотя бы будешь крутым. Давай я посмотрю, что там вообще, и потом ладно. Скажу. Только ты пока не ешь, Ёши. Вернее, ну, в общем. Ну, короче, не иди ко мне. Хорошо. Ну, так хорошая обычно. Новость в том, что можно открывать эти штучки пачкой. О, это хорошо. Сколько стоит? Да. 5 это плохая новость, да? 10 штук. О, неплохо, у меня 26.
Амана. И 12 бриллиантов, между прочим. Скины дают больше денег? Ага. Они, получается, бустят? Да. Или только деньги дают? Или еще и, ну, размер? Ну, я не знаю, но деньги точно дают. А дальше... А ты уже здесь? Уже можно тебя посмотреть? Да, я очень маленькая, меня хотят съесть, но я сейчас бегу, потому что я быстрая. А, я вижу тебя. Ты маленькое сердечко. Да. Я уже подросла, уже сотенка даже есть, смотри. Круто. Быстро. Вот. Ну, не 400 тысяч, конечно, как у некоторых. О, у меня же 400 тысяч, неплохо. Ага. Да. Я даже перестала замечать, сколько у меня очков. Да еще бы. Ходишь, да. Все хаваешь на своем пути, блин. Так, а ты просто ресет... А, ты съелась мне. А как я съемся? Съемся, как? Не знаю. Ну, никак, наверное. Получается, все, мне просто умирать и... Просто расти. Мой прогресс. Только расти, Ульян. А как же скин? А там только сердечко, там же... Не только сердечко, там же еще какие-то скины есть. Да, но мне попались только... Кто меня съел? Ладно. Что? Ну, неважно. Сейчас еще посмотрю. Я не заметила. Там есть какая-то очень крутая легендарная тарелка, что ли. Но у нее шанс 0,5%. От процента, а у сердечка 9,5. И там типа прикольные штучки можно купить за премиум, они вроде как получше и дают больше денег, но одна крутка стоит 100 бриллиантов. Я думаю, что это не стоит того. Ясно. Так, ребят, я решила, я ресетаюсь. Капец. Ладно, ну что? О. Так, это вот сюда мне надо? Да. А давайте купим 10. Правильно, покупай. А, да? Ладно. Отлично, ну что же. И мне что-то показывают, будто бы меня гипнотизируют. Сердце. И какие-то... Нет, только сердце. Сердце? Ну да, дважды. Ну это классно, оно самое лучшее из тех, что реально могут выпасть, потому что 0,5% это не то, чтобы реально. Ну, давайте еще раз купим один раз. Ну, а вдруг мне выпадет самый крутой? Ульяна, на самом деле ты можешь, наверное, потому что тут больше ничего не продается, кроме этого. Можешь вообще все деньги тратить. Давайте еще раз. Ой, ну все, это неинтересно. У меня опять выпадает только сердце и самые обычные. Мне хватит еще на два раза, поэтому давайте попробуем. Так, ну что, последний раз. И, конечно же, нет, конечно же, ничего интересного мне не выпало. Ну, и я хотя бы попыталась. Ну, сердечко тоже неплохо. И намного больше дают денег. 2,5 икс. Вау, неплохо. Все, я теперь маленькое сердечко. Буду тут все продолжать и есть, а на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.